Всем привет, с вами Араки Свет, очередной выпуск Войны Гильдии. Итак, приступим. Сегодня мы воюем с Мерцифус. Слили нас немного. Продолжается сливная неделя. В нашей гильдии набиваем очки. Так, думаю, приступим. Начнем с этого. Вторая пати будет поинтереснее. Там мы используем, я думаю, раму. Ну, в первый стандарт. Это ж, по-моему, Нил, да. Так, кого же мы здесь будем использовать? Я думаю, пойдем через такую пати. Вот. Да. Приступим. Осталось 3%, по-моему, добить, поэтому, думаю, налегке добьем. И еще многие не ходили. Ну, Катеринка, давай, отмочи. Хотя... First blood. Хороший расклад. Double kill. Не знаю, не нравятся мне эти ролики, хотя есть, иногда попадаются такие, что выдают, ой-ой-ой, рандом, конечно, ролит. Правильно, правильно, бейте мишку. Сейчас, я думаю, медведем сольем. Ой, мисклик, надо было дать стан. Хотя, я думаю, так добьем. Так, не знаю, как часом походит, лучше добить. Опять я не ту нажал. Добьем часом, я думаю, через медведя. Хотя, опять же, это не нужно. Да, при таком раскладе рама здесь фактически не нужен был. Можно было взять кого угодно. Итак, добиваем. Кстати, если кому интересен полный гайд на раму, он же рамагос, я могу его сделать. Вот, и победа, поэтому полный гайд на раму, то есть руны, где его лучше использовать, как, против кого, то в принципе можно и записать такой гайд. Оставляйте комментарии. Так, что же здесь мы делаем? Здесь я тут думаю, первым мы через раму будем действовать, а вот кого еще взять? Думаю, кого-то огненного, хотя в принципе такой же состав можно взять. Дальше. Хотя нужно взять оба огненных, так как раму не будут бить. Где наш рама? Рама, рама. И думаю даже все-таки взять ведро. Хотя... Нет, Барретта будет лучше, возможно, застанет даже раму, те же доты. Так, а во второй пати наш русский стандарт. Крит шанс. На арене. Да уж. Хотя у него выбора фактически не было. Хотя нет, вот, даже лидерку можно было поставить эту. Первого. Хотя как попрет здесь, будем сливать. В идеале убить Бриана, конечно.
думаю, первого мы будем сливать все-таки Веромоса. Дважды его придется убить. Так, здесь он умрет от дотов. Ставим скилл Баретты. Ой-ой-ой, вот это уже плохо, так как Рама сейчас может походить и убить кого-то. Нужно отхилиться, да. Он походит и будет бить мою Раму. Пускай, я в принципе в ответ дам. Ай-яй-яй. Вот сейчас может быть больно, кого мы добьем. Бриана или Мишку. Мишка отхилится, Мишку. Кидаем фениксов. Ну вот, хорошо получилось. Хотя его рама потолще моего будет. Видимо, одет не через вампирик. Я не заметил, просто отхилился он или нет. Скорее всего, через Energy Set, так как ударил он довольно сильно. У моего рама 34 тысячи хп, но он фактически сдох. Идеально, конечно, будет раскладом убить белку. Ну, ой, не люблю я вот такое, когда три тычки расходятся. Выживает в Виоленте, понятно. Сейчас еще белка подхилит. Вот, вот это уже плохо, когда агрит. А нет, белка хилила уже. Ну все, один мамонт — это, конечно, тупое древнее животное, ничего не сделает. Единственный мамонт, который, так скажем, заслуживает внимания, мне так кажется, это мамонт тьмы, так как он как минимум будет использоваться в башне. На лоу, точнее, на нормале, не думаю, что он нужен будет, хотя кого он может заменить? Даже Кву, в принципе, может заменить, тем более он массово снимает атак бар, урон у него неплохой, если одеть его через крит дамагу. Вот. А на харде он достаточно хорошо бы себя чувствовал. Итак, кого мы сольем еще? Для очков можно и плюс 3. Угу. О, здесь первая пати интересная, вторую сольем через Катю, я думаю. Да, так и есть. А вот в первой пати Тайрон может конкретно нам помешать. Хотя вот Рама. Нужно больше контроля, наверное, взять. Рама, наверное, здесь не закатит. Веромос. И еще кого-то бы, я думаю, для стана. Вариантов у меня, конечно, немного. Взять тоже Ахмана. Я думаю, да. Поступим так. Возьмем лидеры. Тайрона. И возьмем, да, Ахмана. Да. Главное, чтобы Рама всех не раскидал в итоге. Первого, думаю, будем сливать Тайрона, так как он может помешать. Плюс контроль. Ну вот, вы видите, что творит. 4 удара. Так, следующий будет у нас Ахман. Так,
Ну что ж, поехали. Думаю, сольем это парому. В идеале сейчас будет его заагрить. Ой-ой-ой. Пока что повезло. Феникса. Ну же, два дота. Еще дот. Стан. Ну, агр или поражение. Агр. В принципе, я думаю, с поражения хватит урона для того, чтобы снесли его доты. Но здесь может быть а. Итак, рискуем. Да. Хватило. Так, тут главное снести птичку, так как неизвестно, сколько у него крит дамаги. Не очень хороший расклад. Нет, не особо сильная птичка. На удар. Кстати, помимо того, что у моей Вальки 95% шанса крита, у нее еще и фактически 18000 хп, что как бы немного нестандартно для ДД, поэтому многие кто думает, ну вот я, допустим, когда атакую, я рассчитываю на то, что у Вальки где-то 13-15 тысяч хп. Вот, возможно, и кто атакует меня, также считают, что можно шотнуть, но я думаю, иногда удивляются, так как часто у меня победы в защите. Она выдерживает, плюс отхиливается. Итак, в принципе, ну, батл вы видели какой. Это сливная неделя. Я думаю, в конце пятница-суббота будет более что-то интересное. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи, побед вам на ГВ. Рубина, пока.